Жарко сегодня и на площадке у Дворца спорта в Минске. Там проходит фестиваль молодежных субкультур. Несмотря на палящее солнце, фестиваль собрал более 1500 человек, которые не побоялись 7-часовой программы нон-стоп. Лучших определяют в различных направлениях – от стрит-дэнса до спортивной латины. Нешуточная битва развернулась и на других субкультурных площадках среди диджеев, велотриалистов, роллеров, чирлидеров. Победители фестиваля представят Минск на Дне молодежи, который пройдет во время фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Традиционно в нашей стране последние выходные июня отмечается День молодежи. И по инициативе Мингорисполкома, городской организации Белорусского республиканского союза молодежи, третий раз подряд проходит такой фестиваль «Минск – столица молодежи». Цель фестиваля очень простая – дать возможность ребятам, молодежи столицы, а у нас, к слову, более 500 тысяч проживает в городе Минске, дать возможности проявить себя, показать, чем они увлекаются, ну и посмотреть на других. Настоящим украшением этого дня стали рыцарские поединки и выступления поклонников косплея. А самой яркой его частью – поединок красок Холли.